Здравствуйте. Вот и мы тут. Сделали замечательно. Ну что же, что вам интересно? Да. Уважаемый Эдуард Яковлевич, позвольте начать с комплимента. Как вам удается так регулярно создавать экранные хиты? А черт ее знает, ну как-то... Ну, меру искренности и, ну что ли, меру правдивости. Ну, например, «Штрафбат» я приносил еще при советской власти заявку в Госкино. Но мне тогдашний министр, Ермашева звали, он мне просто выругался матом и кинул так через стол заявку. Она, стол полированный, она так пролетела, я едва ее успел поймать в конце стола и сказал: иди вон отсюда, чтобы я больше не видел, ты с ума сошел. Я 41-го года рождения и хорошо помнил Москву послевоенную. Ну и вырос в Москве. И помню годы эти, 49-й, 50-й, 51-й, 53-й. Я сально ходил хоронить. А, значит, я помню, ну, военный почти как будто город. Потому что все были одеты в шинели. Потому что пришли с фронта, только погоны сняли. А так с одежкой было довольно скудно. И поэтому все ходили, носили, кто в чем вот воевали, в том и ходили. Я вот все эти истории о штрафных батальонах я наслушался от фронтовиков. Но вот Бог памятью не обидел, я как-то помнил очень хорошо эти рассказы. Значит, ну и вот, так сказать, когда появилась возможность написать об этом, я вот написал этот сериал. В таких сериалах мне интересно, всегда интересен главный герой. Там вот Вольф Мессинг, мне было интересно эта фигура сама по себе. Больно, Айна. Больно? Почему мне не верят? Неужели я вынужден жить со слепым и пустым неверием? Кто я, Аида? Каприз природы или каприз Бога? Кто я, Аида? Ты? Ты? Вольф Мессинг. Ага. Вольф Мессинг. И тебе пора на сцену. Дай на тебя посмотрю. Готов? Ну тогда я пошла объявлять. До твоего выхода 3 минуты. Ну что ж, на сцену, Вольф Мессинг. Понимаете, умер практически нищим, а был несметно богатый человек. Дружил с Ганди и с президентом Аргентины. Он объездил всю Южную Америку с этими концертами. И вдруг он 39-м году он возвращается в Европу, и начинается Вторая мировая война. И Польша, где он родился, через месяц была оккупирована немцами. Значит, а он в это время был во Франции. Так он едет в Польшу зачем-то, потеряв все деньги, практически уже, в общем, нищим. Он едет разыскивать мать и семью. Значит, никого уже не находит, потому что всех отправили в гетто. Он появляется в Германии. И, значит, и его вводят в круг ближний Гитлеру. После предсказания о том, что если Гитлер пойдет на восток, то его ждет крах. Сбешенный, значит, фюрер велел его арестовать. Он бежит. Ему, в общем-то, бежать уже некуда, кроме Советского Союза. Где его арестовывают сначала, и там чуть не посадили. Он как-то чудом, в общем, живет, бог знает как. Умирает он в полном одиночестве. В общем-то, никому не нужный человек.
Вот это меня сам вот жизненный путь его, понимаете, вот он меня взволновал, так скажем, понимаете. Вот неужели, думаете, вот неужели человек зря прожил жизнь? Про него там кто-то написал, лучше бы он был раввином. Значит, ну, он раввином не стал, а был, так сказать, артистом госконцерта, понимаете, в Советском Союзе. Жила в нем какая-то совесть, которая не позволяла ему стать богатым, которая не позволяла ему врать, понимаете, в угоду сильным мира, так сказать. Вот нечто такое жило в человеке от Бога, что вот и сделало его, собственно говоря, для меня он был этим страшно интересен. Может быть, поэтому и сериал получился, понимаете, таким, вот каким я себе представлял Мессинга, то таким я его и написал. Я вижу войну. Немецкие танки, немецкие солдаты, горящие деревни, разрушенные города, свастика. Что он говорит? Что он говорит? Он что, совсем голову потерял? Над Украиной, Россией. Это страшная война. Она скоро будет очень скоро. Да. Прекратите немедленно! Я требую немедленно прекратить! Что вы делаете? Что вы сеете панику среди людей? Да позвольте. Не позволю! И никто вам не позволит сеять панику! Сеять пораженческое настроение! Как вам не стыдно? Ведете себя как шпион, как провокатор. Устроили здесь спектакль. Будь моя воля, я бы вас расстрелял, Мессин. Вы враг народа, Мессин. Бывает, конечно, так, что случается, что ты напишешь одно, а сам на экране увидишь совсем другое. Так, и так часто бывает. И это, в общем, большая беда для моей профессии. Знаете, как обычно режиссеры говорят, или про режиссера говорят, он снял хороший фильм, потому что ему удалось преодолеть недостатки драматургические сценарии. А если он снимет плохой фильм, то говорит, ну, знаете, сценарий был так плох, что он не смог преодолеть драматургические вообще недостатки от сценария, ну, поэтому ничего не получилось. Шиш с маслом, не так? Чаще всего бывает, что сценарий-то бывает хороший, а режиссера уродует до такой степени, что иногда сидишь, смотришь материал, ну, обычно сценарист сидит сзади, а вот перед тобой сидит здесь режиссер, и вот смотришь, смотришь, и такое желание взять и задушить. То, что ж ты вот писал, все это перекорежено, все это от себя тебе пошла какая-то, когда актеры говорят текст, который ты не писал, они на ходу его придумывают, и ты сидишь зеленый, просто, понимаете, потому что, ну как, ну... У меня так было два раза, что я снимал просто фамилию титров, а больше я ничего сделать не могу. Переделать ничего нельзя. Кино снимается один раз. Никто не поедет снова в экспедицию, тратит деньги. В театре можно. В театре, когда меня там ставил спектакль один в театре Вахтангова, то я посмотрел и сказал, не, ребята, говорю, так не пойдет все, давайте все переделывайте, или я вообще и пьесу закрою. И стали переделывать. Стали, я говорю, текст говорите, текст, он написан, ну что, не можете выучить, что ли? И переделали. Но это театр. Здесь можно на репетиции, режиссер может заставить заново все. Это вопрос только времени. А в кино нет. Кино это деньги. Во много, большей степени. Поэтому как сняли, так и сняли. Но не получилось. В другой раз. Хотя я не снимаю и вины сценаристов. Я как-то сейчас... Смотрю иногда кусочек сериала, посмотрю «Чужого» там. Ну, невозможно смотреть. Какая дикость. Какая-то дикость, понимаете. Как будто весь мир сосредоточен на профессии дизайнер, модель подиума, значит, олигарх, обязательно миллионер, значит, у него, значит, любовница, жена, и интрига вот такая вот плетется. И ты шалеешь, думаешь, а что других людей-то с другими профессиями в России больше не проживает, что ли? Эдуард Яковлевич, кто ваши родители были?
О них немножко расскажите. И с чего начинается родина для вас? Родители. Значит, родился я в Харькове 3 февраля 41 года. Значит, мать и отец у меня закончили техникум. Значит, и вот только фактически получили дипломы. А в июне началась война. Отец ушел на фронт, а мать уехала в эвакуацию в Актюбинск, в Казахстане. И всю эвакуацию я прожил вот с матерью там. Мать там была оперуполномоченным НКВД районного. Она гонялась там за дезертирами. В общем, здорово ездила на лошади. Мать у меня орловская, из Орловской деревни, Молдовой, из Орловской области. В 44-м я вернулся с матерью в Харьков. Вот Харьков я уже помню хорошо, такой разбитый весь, немцы пленные, разбирали завалы. Это я помню. Помню, да, мы даже не кирпичами кидались пленных. Ну вот. Потом мать вышла замуж за отчима. Его, он был военнослужащий, его перевезли в Москву, и я в 47 году приехал в Москву. Вот с тех пор я, в общем, в Москве. Но, правда, так, то отчим меня не очень любил. Ну, в общем, он такой был и в большой степени антисемит. Ну, а я, так сказать, полукровка, полуеврей, полурусский. Мать меня отправила к тете в деревню. Я, значит, несколько лет жил там. У тети Нюши. Вот, жили там они. Сейчас я вспоминаю, ужасно. Ну, в избе пол был земляной. И зимой там теленок в углу. И хрюшка, значит, у печки, потому что холодно им там. А тетя, она партизанила. А вот брата моего двоюродного она родила во время боя, преждевременные у нее роды были, и, в общем, так сказать, контужена была, глаз потеряла, и все равно работала в колхозе. А потом ей пенсию платили 32 рубля. Вот я там, потом мать меня забрала обратно к себе, значит, и, как вам сказать, так как-то жизнь была... Тоже не шибко. Я больше улицу любил, чем дом. Потому что я не выносил отчима, и он меня. И однажды, я помню, я пришел и отчим назвал меня, пришел жиденыш. Я спиной стоял, я услышал вдруг звук падающего тела. Я обернулся и увидел, что отчим лежит на полу, обливаясь кровью, значит, и над ним стоит мать со скалкой. И она ему так каким-то чужим таким голосом, хриплым, сказала: еще раз услышу, убью. Обернулась и ушла. Но вот с тех пор, так сказать, я уже не слышал свой адрес. Никаких слов таких. Но отношения все равно остались такими вот. Вот. Так что я поэтому вырос, в общем, как-то на улице, за Москворечье. Был страшным шпаной. Но, тем не менее, в 10 классе я вдруг начал что-то такое писать. Сочинять какие-то рассказики. Значит, и отправлял их в журналы. Мне исправно возвращали их обратно с напутствиями, что нужно читать литературу, нужно изучать русский язык, вообще вот, так сказать, желали успеха. И я с упорством маньяка, значит, снова писал, снова отправлял, и, в общем, обратно присылали. Хотя я вполне мог пойти по тюрьмам. Элементарно, так сказать, это достаточно первый раз попасть, и ты сгорел. Вот. Ну вот как-то обошлось. Я после школы уехал на Урал и работал там в геологических партиях довольно долго. Вот. И однажды я прочитал в «Комсомолке», такой старый уже, я на нарах там лежал, и
после работы прочитал, что ВГИК объявляет прием. ВГИК – это Всесоюзный государственный институт кинематографии. Ну и там сценарный факультет, и я присылайте свои рассказы, там, повести. Я думаю, черт возьми, мне вроде подходит. Я, значит, отправил оттуда в Москву, значит, такую вот бандероль толстую. Значит, и к моему удивлению я получил, значит, вот туда извещение, что вы прошли творческий конкурс, и мы вас приглашаем на экзамен. Ну, я снова появился в Москве, вот, сдал экзамен и оказался во ВГИКе. Причем кино я не знал. То есть как не знал? Ну, я смотрел с удовольствием кино, но что такое кинематограф вообще, как он, что такое сценарий, я понятия не имел. И на экзамене меня Габрилович, который набирал курс, он меня спрашивает: ну, скажите мне, Эдуард, а вот вы смотрели кино такое «9 дней одного года»? Я говорю: да, смотрел. Ну, и вам нравится? Ну, мне нравится. А кто его снимал, вы не знаете? Я так думаю, что-то он лукавит. Я говорю: вы, что ли? Он так говорит: ну, понятно. Ну, ладно, так говорит, с ним все ясно. Ладно, идите. Я вышел, думаю, ну, все, провалился, черт. Значит, ну, потом, смотрю, на следующий день пришел, вывесили оценки, там у меня 3 пятерки. За рецензию на фильм, за собеседование, значит, и за работы присланные. Ну, 3 пятерки, вроде, все на меня смотрят, вот, лидер прям, понимаешь ли. Следующий экзамен — английский язык. Я ничего, хотя учился в школе, с 3 класса английский язык учил, но так ничему не научился и, в общем, получил 2 балла. Выше, думаю, елки-палки, опять сорвало. Ну, что ж такое, мать честная. Ну, ладно. И пошел, значит, в отдел кадров документы забирать. Меня догоняет там секретарь, говорит: Лазарский, куда? Я говорю: ну, как куда, куда? Документ забирать, я 2 балла по-английскому схлопотал. Подождите, подождите, я сейчас. И она позвонила, видимо, Габриловичу, и он приехал. Смотрел, мне сказал: иди за мной. Я дошел до кабинета, значит, иностранных языков. Там был такой Кнабе, фамилию на всю жизнь запомнил. И Габрилович вошел к этому Кнабе, и слышу, они там что-то бу-бу-бу, уже на повышенных тонах что-то ругаются. Значит, я стою за дверью, значит, я слышу: я не переводчиков набираю, я сценаристов набираю. Ты понимаешь это или нет? Мне надо чихать на твой английский язык. В общем, дикая ругань там. Потом выходит красный Кнабе такой, говорит: давай, где твоя бумажка-то? Я ему экзаменационный лист, и он прямо на стене, значит, так аж порвал пером бумагу, зачеркнул, не вот написал: удовлетворительно. Сказал: на, и все равно ты знать английский язык не будешь никогда. Ну, но не буду. И поступил. Поступил, и через 1,5 года меня вышибли из ГИКа, значит, жутким скандалом, в общем, за драку. С дружинниками я подрался там в гостинице «Турист». А спецбригада дружинников из ЦК ВЛКСМ, они за какими-то иностранцами следили. Черт их маму знает. И я там под горячую руку попал, значит, и дал зубы одному, другому. Ну, в общем, была жуткая драка. И они там понаписали, они очень хотели меня посадить в тюрьму. Писали, что я там избивал их ногами, значит, и все уже. В принципе, меня исключили из института. В общем, дело уже было готово, должно было, и попало оно случайно совершенно к начальнику милиции города Москвы. Вот такой Николай Трофимович Сизов, генерал-майор. И он единственным удивился. Говорит: как же это, что же это он, что он один из 6 бил ногами, они что, лежали просто, а он их ходил и бил, что ли? Что-то не получается, что за чушь? Ну-ка, вызовите меня. И я, значит, вот появился у этого СИЗО в кабинете. Он меня долго смотрел, говорит: ну что, ногами дружинников лупишь? Я говорю: да нет, ну не так было все. Угу. Ну а как? Я рассказал. Ну, он молчал, говорит: ну ладно, иди отсюда. Дело я закрою. Ну смотри, если я еще раз услышу твою фамилию, я тебя посажу так, что ты уже долго не выйдешь. Я, значит, слушаюсь и ушел. И надо же было так случиться, что через довольно много лет его назначают генеральным директором Мосфильма.
И, значит, там мой сценарий должен был запускаться, производство. И мне звонит секретарша его, значит, Рая. Говорит: Эдуард, слушай, там Николай Трофимович просит тебя зайти. Я вхожу в кабинет, смотрите, сидит тот же Сизов, только в штатском, в таком буклевом пиджаке. Он такой грузный был мужик, курит Мальборо и так молча на меня смотрит. Я говорю: здрасте, Николай Трофимович. Ну, понятно. Ну, вот видишь, сценаристом стал. Я говорю: да, говорю, благодаря вам. Да ладно. Ну что, хорошо, прочитал сценарий. Хороший сценарий, хороший. Ну давай, иди, работай. Вот такие родители, такая была, что ли, моя история. Уважаемый Эдуард Яковлевич, скажите, пожалуйста, какие чувства вы испытали, когда вот в первой экранизации вашего сценария? Ой, вы знаете, ну как вам сказать, ну конечно, дело волнующее. Тем более, что, в общем, получилась неплохая картина, но я посмотрел министр, до Ермаша был такой Романов. Он изуродовал картину страшно. Фактически, в общем, ее прикрыли, то есть ей дали клубный прокат. Что тогда при Советском Союзе означал клубный прокат? Это 15 копий. Их показывают там в клубе МГУ, значит, где-нибудь в Новосибирске, в Академгородке. Ну, так, по клубам. Это была первая картина у меня, которая легла, ну, так фактически на полку. Потом Слава Говорухин, он тогда работал в Одессе режиссером, сразу тоже после ВГИКа. Мы так учились почти параллельно. И он меня вызвал в Одессу, и мы, значит, написали сценарий. Он назывался «Белый взрыв» про военных альпинистов, про войну. Очень неплохая получилась картина, но она еще была тогда не готова, когда, значит, вот появился на горизонте Леша Герман и предложил сделать экранизацию повести его отца, Юрия Павловича Германа, назывался «Повесть операции с Новым годом». Значит, он сказал: вы приезжайте, мы на «вы», значит, приезжайте, хотя он на 3 года всего старше меня, приезжайте в Ленинград, там сказали, что на студии, что подпишут с вами договор. Я приехал, естественно, Питер прискакал, без денег совершенно. Подописал заявку, подписали договор со мной, выплатили аванс. И я, значит, там загулял, и, в общем, половину аванса я там пропил. Значит, и когда они меня провожали в «Стрелу», то мне в карман засунули эту книжку, повесть эту, «Операция в Новом году». В Москве, когда пришел в себя, прочитал ее, и меня охватил дикий ужас. Это какой-то там... какие-то разведшколы, Адвер, кто мне, ни хрена вообще не понимаю. Я был в таком отчаянии, думаю, я же ничего не напишу, это же жуткая бодяра. Приезжает Герман. Встретились мы на Тверской, на улице Горького, у памятника Маяковскому. Здравствуйте, я говорю: здорово. Ну, вы, ну как, я говорю: ну пойдем поговорим. Слушай, тут вот коньячком торгуют. А там такая была кафушка, где за полтинник монеткой давай наливай 50 грамм коньяку. Он говорит: я не пью. Я на него так посмотрел, говорю: ну, зато, говорю, я пью, пошли. Ну, пошли, пошли, значит, налилось ей 100 грамм. Ему 50 принес. Я еще не начал пить, он говорит: да вы повесть прочитали. Я выпил, закусил конфеткой. Я говорю: прочитал, плохая повесть. Он, значит, ну, тут так, как-то я должен ему должен отдать. У него ни один мускул не дрогнул на лице. Он так говорит: да, повесть неудачная, конечно. Но там вот характер один интересный. Там заново все надо писать. Я говорю: ну, Алексей, если заново, то я попробую. Сняли кино. Ну, вроде хорошее кино получилось. И так как-то на ура его принимали. Тогда Сабуров такой был, дважды герой Советского Союза, партизан в Ленинграде. Он нас после просмотра обнимал, значит, целовал, у него так слезы были на глазах. Он говорит: вот, ребята, спасибо вам. Значит, я думал, что вы воевали. Значит, я говорю: да нет, не воевали. Ладно, так, еще вопрос. Как же ты в плен попал? Долгая история. А мы не торопимся. Рассказывай.
Мы из окружения выходили в августе. 10 суток шли. Но попалась нам деревня, мы и пошли. С голодухи уже ничего не соображали. А потом немцы понаехали, а вас в печке разморило. Уснули, сонных взяли. Так и было. Откуда знаете? Эх, бывает, сынок. Рассказывали. Эй! Ваше право не верить. Наше право судить тебя от имени народа, который ты предал. Потом обвал. В Москве, значит, показывают Ермашу, потом показывают Демичеву. Ну и все, антисоветчина. Что вы оправдываете власовцев. Чего у меня в мыслях-то не было. Потому что даже сейчас, вот я иногда ее показываю, часто довольно по ящику. Я смотрел, абсолютно советская картина. Абсолютно советская картина. Нет. Хотя она очень нравилась Симонову, Константину Михайловичу, писателю. По-моему, великий писатель был. И человек замечательный. И он ее защищал, Толстоногов защищал картину. Ну, решили показать Суслову. ЦК, здание на Старой площади. Значит, мы с Лешкой сидим так в конце. Он сидит на мониторе, чтобы там звуком. И я рядом сижу. А эти все впереди. Все это Комарилья, значит, и Симонов, значит. И посмотрели, зажегся свет, тишина. И вдруг такой голос Суслова. А я не понимаю, а партийная организация вообще на Ленфильме есть или ее уже нету вообще? Я думаю, ну все. Смотрю на Лешку, у него... А он толстый, я смотрю, у него красная шея становится, и физиономия. Я думаю, сейчас его инсульт стебанет и завалится, упадет на пол. Значит, вдруг что-то начал Симонов говорить, что вот, вы знаете, может быть, так сказать, это все-таки хорошая картина. Ермаш даже стал говорить, ну вот если там, вы знаете, вот эту сцену вырезать, а тут переозвучить, а тут, вы знаете, тут можно сократить. Говорил, говорил, вдруг Суслов говорит, чего там переозвучивать? Чисто антисоветчина. Встал и пошел из зала. И все за ним, значит, естественно, по команде вскочили. И он так повернулся и уставился на Ермаша и говорит, спешите ее вообще, и пусть Ленфильм выплатит деньги государственные, пусть вернет. И ушел, все. И вообще, знаете, было большое, в общем-то, счастье в этом, что не стали ее резать. Ее как кинули в подвал. Так она там 15 лет и лежала. Но было хуже другое, что заставили действительно выплачивать студию 860 тысяч рублей. А это огромные деньги. Вся студия осталась без премии. К Новому году еще, там, без квартальных премий, без... Ну, в общем, на Лешку все смотрели на Германа просто как на врага. Вы там свое искусство делаете, а мы тут вот детей должны кормить. Я... Пошел обратно на завод грузчиком работать. Дом Дика работал на заводе, на этом, на сахарорафинадном имени Мантулина. Краснопресненский такой был завод. Таскал там мешки с кубинским сахаром. Значит, и пошел обратно. Пришел, говорю, ребят, там вначале цех Кагутовский был. Такой, он меня говорит, что? Что? Кино, ну, а что, кино не надо? Я говорю, кино не надо. Я работал полгода, значит, таскал мешки, ну, хоть какие-то деньги, там прилично платили. Грузчики-то хорошо зарабатывали. Вот, работал, значит, там. Потом, значит, вроде утряслось. Я принес сценарий, назывался он «Вторая попытка Виктора Крохина». В общем, где-то о своем детстве, так сказать, послевоенном. От нас до почти годовалых толковище вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле, привезлухи живи до души, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули.
Из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные. По рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники. На стройке немцы пленные, на хлеб теряли ножики. Но у отцов свои умы, а что-то нас касательно. На жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Ее взял снимать на Ленфильме Шешуков. Очень талантливый режиссер. К сожалению, он погиб уже много лет назад. Ну вот. Снял очень хорошую картину. И опять. Елки-палки, началось. То есть ее Шешуков 14 раз возил сдавать. Из Питера в Москву. Опять поправки. Значит, он едет в Питер, делает, режет, режет, там все. И обратно в Москву сдавать, опять поправки, опять он возвращает. 14 раз. И, в общем, я вижу, так человек он стал пить, значит, уже крепко довольно. В 88 году, значит, Ленфильм опять представил картину, значит, ее вроде выпустили на экран. И вот, вы знаете, я видел человека, Игорь кинулся в подвалы, там, где всякие хранятся обрезки, там всего. Он искал по Яуфам, по этим ящикам. Искал, ну, обрезки своей картины. И найти не может. И, в общем, я видел человека, который сидел в углу на этом Яуфе и рыдал. Плакал, ну, захлеб. Я почему говорю, что вот с проверкой на дорогах так хорошо получилось, что ее не трогали. А эту изрезали, изуродовали до неузнаваемости. А потом, значит, Герман подоспел тут же, с мой друг Иван Лапшин. И опять. Ужас. Какой-то крик, ор. Что вы сняли? Это чисто антисоветчина. Что это такое? Герман, Герман, ну почему? Почему у вас даже рельсы кривые? Трамвай едет по кривым. Что это? Это мы специально, что ли, искали так, вот такие вот рельсы? И нашли, что вы же уходите сказать? Что, что у нас все вот, вот так вот? То есть, ну что они, что только не мололи на эти люди. И тоже ее в подвал. Товарищ, ну-ка остановитесь. Товарищ, я кому говорю? Подойдите ко мне. Товарищ, я к вам обращаюсь. Товарищ, остановитесь. Остановитесь, товарищ. Здравствуйте. Стойте, я кому говорю. Остановитесь. Не с места я вас арестую. За что, дяденька? Ну за что? Дяденька, ну за что? Ну, дяденька, ну за что? Какой надо? Тихо не надо. Тихо. Ну, тихо. Какой? Ну вот, считайте, вот четыре, пятая картина. Значит, я уже просто стиснул зубы, ну, хорошо, все-таки я кончил ГИТ, я многих знал, когда учились. Там звонит мне Гена Базаров из Фрунзе и говорит, слушай, приезжай мне сценарий, вот, может, поможешь направить, мы заплатим. Там, я уеду, потом в Алма-Ата поработал, писал сценарий. Потом, значит, в Ташкенте, в Одессу позвали, значит. Там написал сценарий. Потом в Свердловск поехал, там написал сценарий. В Молдавии был, там написал сценарий, в Кишиневе. Вот, значит, ну а потом, потом выпускают проверку на дорогах, дают государственную премию СССР. Значит, в 86-м году. И мы с Германом ее получаем. Уже многие умерли, значит, кто работал на картине. Мы сидим, я говорю, Леш, вот посмотри, они там в президиуме сидят. Я говорю, все те же самые. Он говорит, ну что, что ты пойдешь и плюнешь, что ли? Ну, вообще-то хотелось, конечно, очень. Ну, пошел, получилось, тут, значит, медаль. Потом выпускает мой друг Иван Лапшин. Тоже государственную премию дают. Как говорится, жизнь налаживалась. Вот. Хотя сейчас я, например,
Вспоминаю, конечно, Госкино этот с некоторой ностальгией и с тоской. Потому что сейчас делается в кинематографе, это очень трудно словами описать. Ладно, что, какие может быть, что? Эдуард Яковлевич, как у вас складывались отношения с режиссерами и с актерами? Вы, как маститый сценарист, имели ли право или возможность такую, да, как бы, так сказать, выбирать режиссеров? Были ли у вас случаи, когда вы, например, писали под какого-то конкретного актера в его фильме? Было тогда. Вы знаете, выбирать режиссеров я не мог. Это прерогатива не моя. И до сих пор она не моя, так сказать. Но, тем не менее, вот я, как правило, обычно мы друзьями становимся с режиссером. Не со всеми. Вначале с Германом мы довольно так сдружились и дружили. И, в общем, когда гонения были там на картину, в общем, как-то так друг дружку поддерживали. И дружили. Потом уже разошлись сильно. Но тогда да. Но, тем не менее, вот я «Проверку на дорогах», я писал сценарий с точным расчетом. Я видел в этой роли Володю Высоцкого. Я с ним дружил и тогда, ну, потом... До самой смерти мы дружили очень крепко. Я его видел просто в этой роли хрипатого, такого, так сказать, надорванного. Но Герман категорически отказался его снимать. Значит, причем, когда я чуть не в истерике уже стал орать, я говорю, что тебя не устраивает, что тебя не устраивает? Он говорит, он меня сломает, я начинающий режиссер. Ты пойми, я с ним не справлюсь. Это у него мощный характер, так сказать. Он меня заломает и все. А если он запьет? А если... Ну, что я буду делать? Я под трамвай ложиться. Причем я ничего не хочу сказать плохого про Заманского. Он замечательно сыграл. Но Алексей выбрал самого спокойного, самого дисциплинированного артиста. Заманский еще привлек тем, что он воевал. У него в голове еще пластинка такая. У него пробита была голова, ранение тяжелое было. Ну, часто, вы знаете, часто бывает еще расхождение с режиссером. Но он так видит. Вот он видит другого человека, и все. И что я, ну, так сказать, он фактически ведь... Это его кино. Это его картина. Слава, значит, всегда режиссера и актера. А сценариста ведь, в общем-то, никто не знает. Это так серый кардинал, который всегда за спиной. Вот. А сейчас положение еще хуже. Если раньше... Я должен был обязательно подписать режиссерский сценарий. Без моей подписи режиссера производство не запустит. То сейчас написал, получил деньги, пошел вон. Все. Если ты даже сунешься к каким-то советам, слушай, старик, ну не мешай, ты сделал свое дело, ну иди гуляй. Ну, ты получил деньги, получил. Ну что ты волнуешься, ну что ты. Вот. И значит, главное, что деньги получил. Понимаете? А что там на экране будет? Ну какое твое дело? А в прошлом году... И по запросам сняли 100 картин и 90 картин русских, российских. Вы много видели их на экране? Их почти не было. Было, ну дай бог, десяток. Да? А остальные снимают, лишь бы сняли. Отчитались перед Госкино, сдали копию. Все, и трава не расти. Потом старые мастера ушли. Нет больше, так сказать, Рома. Нет больше Габриловича. Нет больше Герасимова. Нету. А новые не тянут. Научить не могут. Отсюда клиповое мышление появилось абсолютно. Бах-бах-бах, ударил, убил, зарезал. Сразу следующая сцена мгновенно. Увидеть сцену психологическую, два человека разговаривают о чем-то важном в жизни. Нет, это неинтересно. А что, причем, когда говоришь, ну, старик, ну, вот здесь же очень важная сцена. Ну, растяни ее, сделай... Ну что ты будешь смотреть? Сидит, балаболит. Ну что? Нет, это неинтересно снимать. И, понимаете, не понятие о том, что такое второй план, что такое... Ничего этого сейчас нет. Это мне напоминает, как раньше, давным-давно, такой, значит, Тимофей Левчук, классик украинского кино, он учился тоже в Абдике, и был у него Марк Семенович Донской учителем, мастером.
Потом, значит, Левчук уехал в Киев снимать кино и прислал телеграмму. Уважаемый Марко Семенович, приезжайте в Киев, побачим материал вместе. Отснятый материал, так сказать. Марк Донской, старик, приезжает в Киев. Замечательный, гениальный режиссер. Ему памятник стоит в Риме на киностудии, как родоначальнику итальянского неореализма. Вот. Значит, приезжает Донской смотреть, смотрит материал, приходит в ужас. И выходит, он говорит, ну, Тимофей, ну, слушай, дорогой, ну, я же тебя, ну, чему я тебя учил-то? Ну, как же так? Ну, я же, ну, мизансцену как-то, ну, разводи. Ну, второй план же должен быть. Ну, а мне, ну, какие же тут, ну, где же, что ж ты, вот, как же так ты снимаешь? На что Левчук ему решительно ответил. Марко Семенович, оно само означало, так оно и задумывалось, чтобы без всяких мизансцен. Вот сейчас вот так кино и снимают, чтобы без всяких мизансцен, без всякого второго плана. Ну, что поделаешь, не знаю. Я не знаю, как дальше будет это все развиваться. Бог его знает, но как-то у меня пока радости большой это не вызывает. Эдуард Яковлевич, скажите, пожалуйста, как родился замысел фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»? Ну, как родился? Ну, придумали вдвоем, в общем, эту чумную историю. Ну, хотелось снять такой вестерн. Теперь его называют остерном. Значит, ну, Никита был главный инициатор в этом плане. Он сказал, давай, вот надо приключенческую такую, хочется вот снять, такую снять. Ну, придумывали. Главный посыл любого вестерна, так сказать, ну вот золото или что-то такое, которое ищут, хотят захватить и те, и другие. Я читал, сейчас не помню, какую-то историческую штуку, и выяснил, что, значит, при советской власти, ну, когда голод был, то, значит, была проведена кампания по изъятию ценностей золота у церквей, и у буржуазии западные страны согласны были продавать зерно, но только за золото. Тут Никиту в армию забирают. Пошли к Бондарчуку. Сергей Федорович, помогите. Вот, так сказать, ну, должен человек запускаться, кино снимать. Ну, как же, ну, сейчас заберут в армию, это же на 2 года, кошмар, ну, что делать? Еще Бондарчук посмотрел, смехнулся, говорит, а чего ты к отцу не идешь? Ну, имелся в виду старший Михалков. Никита говорит, я не хочу отца просить. Понятно. Ну, ладно. И вон Бондарчук звонит, начальник генштаба, там был Куликов. Они вроде так знакомы были. Он ему звонит и говорит про Никиту. Он не знал, что Куликов это терпеть не может Михалкова. И он сказал, что, Михалкова? Да я его загоню в противоположную точку Советского Союза. И загнал. Он его отправил на Камчатку служить, да во флот. Потом Никита вернулся. Значит, я его так встретил на Мосфильме. Смотрю, идет морячок, такой длинный, в тельняшке, без козырки. Он говорит, ну что, я готов снимать. Снимали, конечно, замечательно. В этом отношении я очень люблю эту картину, потому что смотришь и, знаете, как... Ах, какие были молодые. Значит, так, с тоской иногда. Так, ох, черт возьми, какие были. Эдуард Яковлевич, скажите, каким же все-таки должен быть современный сценарий и по каким критериям он должен оцениваться? А, знаете как... Ну, это если в идеале, что ли, ну, значимостью самой темы, наверное.
Для меня, например, все, что касалось войны, потому что, в общем, я, наверное, все-таки как-то дитя войны, и вырос я на картинах про войну. Кино я смотрел в детстве, тогда только про войну были фильмы. Фронтовики, которые прошли такие муки ада, они для меня как святые. Я не могу по телевизору видеть, когда солдаты в окопах, а у них белые подворотнички и, значит, отглаженные гимнастерки. Ну, тихий ужас. Ну сразу, знаете, в душе все переворачивается. Ну, как же можно, в общем, так снимать? Ну, какой же режиссер может позволить себе так снимать, так не уважать этих людей? Какие там белые подворотнички? От шеи погибали, господи. От шеи не знали, куда деваться. Жарили над костром гимнастерки. Я как-то материал смотрел, хронику военную. Первый год войны немцы снимали много. Гитлер послал на фронт 2500 операторов. А у нас что-то такое 300 с чем-то. Да и то половина погибла в первые же месяцы. Значит, они на передовую лезли и там погибали. Вот. Вот смотришь, река пленных наших. Тут вот, ей-богу, я не выдержал, а плакать начинал, потому что, ну, река. Вот течет река пленных. Все маленького роста, такие стриженные коротко. Топают. И едет на лошади один немец, через метров 100 другой немец на лошади, третий немец. И река течет пленных. Это, и что, и так думаешь, что их еще ждет, какой ад и ждет этих людей в лагерях в этих концентрационных. Вот. И какой ад их ждал, когда они возвращались, всех в лагеря опять. Все получали по 10 лет. И сидели до 57-го. Черт тебя знает, тут трудно, как говорится, меру найти. Сразу скажешь, что ты очерняешь нашу победу. Меня в этом обвиняли, когда штрафбат вышел. Ты очерняешь нашу победу. Ты какой же ты очерняешь? Я там с генералом с одним разговаривал, я говорю, ну а почему? Почему у нас в нашей мемуарной литературе нигде нет ни одного упоминания о штрафниках? Ни одного. Список штрафных батальонов и штрафных рот нам не давали. Значит, фактически мы его за 500 долларов купили. Я потом спрашивал один, где вы взяли список? Нет, вы скажите, где вы взяли? Я говорю, хрен я тебе скажу. Купил. Где купили? Ну, в переходе, подземном. Там, говорит, продавал человек. Вот и все. Не знаю, где. Было 890 штрафных батальонов. И 1100 штрафных рот. Значит, это, считайте, 600 человек. Штатное расписание батальона. Ну, помножьте вот их, сколько. Причем они, состав этого штрафного батальона обновлялся через 3 месяца. Всех убивал. Новые приходили. Какое же это очернение? Это просто, я считаю, что люди обязаны знать, какой ценой было заплачено за эту победу. Понимаете? Какой ценой народной было заплачено. Ведь это немыслимо, как после всех раскулачиваний, коллективизации, после индустриализации, после 1937 года репрессий плюс война, да это у какого народа не подорвут генофонд его? У какого? Каким бы он могучим ни был? Да сколько миллионов жизней ушло? Да уходили на фронт-то лучшие, молодые, лучшие, а добровольцами шли. Какой? О чем вы говорите? Что вы? Господи. Thank you.
Вы знаменитый сценарист, респектабельный, успешный человек. А оставили в себе того подростка-хулигана? Так, на всякий случай. Да нет, сейчас уже. Ой, ну, вы знаете, ну, как сказать? Черт ее, ну... Драчливым, конечно, все время был. Очень драчливый был, но меня били, и я упил. Ну, всякое бывало. Ну, сейчас-то нет, конечно. Лет-то уже много. Жил, как жил, так сказать. Ну, что ж, могла бы по-другому жизнь сложиться. Ну, может быть, смогла бы, но... Но то, как я прожил... Ну, о каких-то вещах, конечно, жалеешь. А в то же время... Да было, как было. Ну, что ж, теперь уж... Так и было. Спасибо вам. И... Короче... пусть дальше будет, как будет. Ведь как не да будет. Никогда же не было, чтобы никак не было. Спасибо.